К вам неожиданно нагрянули гости, а в холодильнике нет ничего подходящего для угощения. Попробуйте сделать вот такую быструю и универсальную закуску. Делюсь, как приготовить простые чипсы из тортильи. Готовые лепешки всегда лежат у меня в кладовой. Уже через 10 минут вы сможете подать чипсы к столу. Ешьте их с томатным соусом, со сметаной и зеленью, с сальсой или гуакамоле. Можно придать чипсам любую форму. Попробуйте заменить тортилью обычным тонким лавашом. 1. Выложите тортилью на противень, смажьте лепешку со всех сторон каплей растительного масла. 2. Разрежьте лепешку по своему усмотрению, треугольниками или рваными кусочками. 3. Полейте кусочки лимонным соком, посолите и добавьте специи по вкусу.